Спортсменам зайти на помосты. Контрольный отчет времени. 5, 4, 3, 2, 1. Старт. На первом помосте выступает представитель Новосибирской области и Алтайского края Шевелев Дмитрий, мастер спорта России, участник 89-го года рождения. Дмитрий является неоднократным победителем международных всероссийских соревнований, победитель Кубка мира в 2019 году. Дмитрий тренируется под руководством Рябченко Андрея и Бутенко Александра. Заявленный результат спортсмена 84 подъема. В втором помосте выступает Нургалиев Родион, Свердловская область. Участник 79-го года рождения, тренируется под руководством Чегаева Александра, является мастером спорта России. Заявленный результат спортсмена 94 подъема. На третьем помосте выступает сильнейший спортсмен России и мира, мастер спорта международного класса Балабанов Сергей, Ростовская область. Участник 96-го года рождения, тренируется под руководством Добровольского Александра. Сергей является чемпионом России и мира в 2017 и в 2017 годах. Результат спортсмена 100 подъемов. На четвертом помосте выступает мастер спорта международного класса Маметов Энвер. Спортсмен представляет Республику Крым. Тренируется под руководством Эмирсанова Энвера. Заявленный результат спортсмена 95 подъемов. Спортсмен является победителем Кубка мира в 2019 году. Неоднократный чемпион Республики Крым. На пятом помосте выступает Турищев Дмитрий, мастер спорта международного класса, город Москва. Дмитрий 92-го года рождения, тренируется под руководством Савловой Виктории. Дмитрий является призером всероссийских соревнований в 2019 году. Заявленный результат 87 подъемов. На шестом помосте выступает заслуженный мастер спорта России Кравцов Андрей, Липецкая область. Участник 81-го года рождения, является неоднократным победителем и призером всероссийских и международных соревнований, чемпион Липецкой области в 2020 году. Заявленный результат Андрея 75 подъемов. Тренируется под руководством Новикова. Судье при участниках подготовить спортсменов для награждения. Клепикова Артема, Рысник Сергея, Давыдова Дениса. Спортсмены в весовой категории до 85 килограммов приготовятся для награждения.
Лучший результат пока принадлежит Янгаленко Данилу. Томская область. Составляет 74 подъема. В весовой категории свыше 85 килограммов. Лучший результат пока 74 подъема. Прошло 6 минут. Лидером по-прежнему является представитель Ростовской области Балабанов Сергей. Зафиксировал 57 подъемов. Мамедов Энвер уверенно наступает на пятки с результатом 56 подъемов. А на шестом помосте завершает выступление заслуженный мастер спорта России Кравцов Андрей с результатом 50 подъемов. Минут. Минут. Лидер по-прежнему представитель Ростовской области Балабанов Сергей, выступающий на третьем помосте. 75 подъемов. Представитель Республики Крым Мемедов Энвер, 73 подъема. Выбывает из борьбы Янгаленко Данил и Гуров Владимир с результатом 74 подъема. Идет последняя минута. Буквально через минуту определятся победители и призеры в весовой категории свыше 85 килограммов. Остается 30 секунд.
10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Стоп. Шевелев Дмитрий зафиксировал 83 подъема. И становится бронзовым, извините, четвертое место занимает. Бронзовым призером становится Нургалиев Родион с результатом 85 подъемов. Серебряным призером стал представитель Республики Крым Маметов Инвер с результатом 89 подъемов. Чемпионом России по гиревому спорту становится представитель Ростовской области Балабанов Сергей с результатом 93 подъема.